Всем привет! 15 января выходит обновление 7.0.5. В нем разработчики добавят 4 Nissan в версии R3 2019 года. А именно, JTR R35, который можно будет получить за завершение серии с 26 января по 2 февраля. Skyline R35 с 15 по 22 января. Nissan 240Z с 19 по 26 января и Nissan 370Z со 2 февраля по 9. В обновлении будет возможность получить еще 4 автомобиля версии R3 за завершение чемпионатов. Nissan Silvia с 14 по 22 января, Jaguar с 22 по 29, Lamborghini с 26 января по 2 февраля и Ford Shelby с 4 по 11 февраля. Спасибо за просмотр. Всем пока.